Вот, как я уже говорил, много разных паромов. Вот этого парома не поднимается вверх, а клюв, а раздвигается вот эти вот двери. И рампа будет сейчас опускаться. Вот это достаточно интересный момент. Ближе сдвиньте, сдвиньте, приблизь. С помощью своего. Вот он сейчас будет вот эту самую рампу аккуратненько опускать, для того, чтобы вот она уже пошла вниз. В это время произошло уже причаливание паром. Вот он так раскрывается, как язык, выкладывается вперед. И по ней будет осуществляться выгрузка. Затем мы по ней же зайдем внутрь, будет загрузка. Вот оператор выгрузки проходит по рампе, и за ним начинает движение грузовика. Ничего не начинает, но в принципе должен уже начать движение. Вот все, он дает команду, и пошли уже грузовики, начинают выезжать. То есть оператор проверяет ровность, ровно ли легла рампа, аккуратно ли он выезд, и за этим следует выгрузка. Как только заканчивается выгрузка, начинается погрузка. Мы аккуратно будем по очереди въезжать внутрь этого парома. Оставайтесь с нами!